В лесі открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, пенсионеру прокуратуры республики Бови Мудаевичу Бамбаеву. Руководитель надзорного ведомства Виталий Семенченко выступил с приветственным словом, отметив, что в органах прокуратуры сложилась добрая традиция рассказывать о пенсионерах, которые с доблестью прошли Великую Отечественную войну, а после трудились во благо государства и обеспечения законности. Бамбаев был награжден орденом Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа, а за победу над Германией в Великой Отечественной войне и другими. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске. Вова Мудаевич прошел войну и более 20 лет служил достойно в органах прокуратуры. Также награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия. В этот день молодые специалисты органов прокуратуры и работники прокуратуры почтили память этого достойного человека. И силами прокуратуры и по инициативе ветеранской организации прокуроров открыта мемориальная доска.